Генеральная репетиция балета «Жусан» сегодня прошла в Астане. Долгожданную премьеру зрители увидят 10 и 11 декабря на сцене Астана-Опера. А пока молодые звезды казахстанского балета оттачивают последние штрихи. Впервые в репертуаре театра «Астана-балет» создан одноактный спектакль, посвященный национальной истории. Балет «Жусан» авторский. Это первая большая постановка молодого хореографа Мукарам Авахри. Девушка признается, было трудно. Целый месяц шли репетиции. Критики и ценители искусства в предвкушении. Ведь эту работу уже называют крупным событием в истории отечественного балета. В ней нет сюжета, но есть свой неповторимый стиль. В спектакле примет участие вся труппа коллектива, а это 28 танцовщиц. Музыку собирала тоже долго, выстраивала, но вот, как вы слышали, звучала музыка Куата Шельдибаева, основа спектакля Арво Пиарта, Карла Дженкинса, и на финал почему-то я хотела взять Рахманинова. Я не думаю, что вот как бы, несмотря на то, что разные композиторы по времени, вообще по духу, по культуре, я думаю, вот эта степь необъятная, широкая, она вмещает в себя все.